Высыпаться, отпочивать после працы, радовать и нават баловать себе. Такие парады дают психологи и психотерапевты у осенне-зимовый период. Сегодня сусветный день психичного здоровья. Перепады настрою, больше худкая стомляемость и погоршение самоотчувания. Нават психично и стрессоустойливые, але метеозалежные люди у пару зменливого осеньского надворья начинают больше сумовать и означают у себе упадок сил. И это нормально. У таким выпадку достатково регулировки режима, працы и отпочинку, подтримки родных, выделение часу на любимое альбо новое захопление. Але здарается, что самостоятельно наладить свой психологический стан человек не может. Тогда необходимо звернуться до психолога альбо психотерапевта. И лучше робить это своечасово. Такая допомога здольная вернуть людям не только добрый настрой, але и вырашить проблемы, которые перешкаджали у жизни. Сейчас во многих поликлиниках города Гомеля есть психологи работающие, либо психотерапевты. Также на районах, в центральных районных больницах есть данные специалисты. И на данный момент уровень образованности терапевтов и других соматических специалистов достаточно высок. И они сами могут порекомендовать, куда обращаться. Главное не бояться спрашивать, просить помощи и заботиться о своем психическом здоровье. Нагадаем так само, что отримать экстренную допомогу у кризисной ситуации можно по телефону доверу, анонимно и бесплатно. У Гомеле линия, створенная у областной психиатричной больницы, працуе круглосуточно по номеру 31 51 61.